Приветствую вас. Вы знаете, чувства, они заканчиваются по разным совершенно причинам. То есть иногда бывает, что чувства заканчиваются сами по себе. И, соответственно, как бы, если чувства завершились, вот, то заново вы ничего чувствовать не начнете. Вот. Значит, как бы с другой стороны, если ваши отношения завершились не очень хорошо, не очень удачно, например, то в таком случае, конечно, да. В таком случае я полагаю, что вполне возможно вы начнете заново что-то ощущать. Вот. К, ну, к человеку, вот, заново, вполне вероятно начнёте что-то чувствовать, вот, такое вполне возможно. И здесь, конечно, на самом деле нужно подходить к вопросу достаточно здраво, что как бы, ну, если отношения завершились, если вы не видите объективных причин, почему вы, допустим, должны быть вместе с человеком, да, вместе с людьми, вот, то, конечно, нет возможности для того, чтобы начались какие-то чувства, но, вот, а если же, как бы, вы чувствуете, что, допустим, отношения возможны, да, если, ну, если вы чувствуете, что отношения все-таки возможны для вас, вот, то в таком случае, конечно, наверное, не стоит, потому что будет, в этом случае будет хуже и вам, в этом случае будет хуже и, соответственно, молодому человеку вашему, который поначалу может, например, подумать, что вы встречаетесь просто ради секса, а потом выяснится, что нет, оказывается, не просто ради секса и так далее. Вот, вы так нас спрашиваете, как будто, знаете, хотите от нас советов, вот, но мы психологи и совета вам дать не можем, потому что психологи советов не дают, вот, конечно, для здоровья, да, для здоровья можно, нужно, желательно, чтобы вы, конечно, имели сексуальную жизнь, так оно и с мужчинами отношения будут легче строиться и так далее. Но мне почему-то думается, что вам, опять же, если вы не хотите, допустим, прорабатывать свои отношения, допустим, с мужчиной, да, если вы не хотите это делать, то вам, может быть, имеет смысл
ну, имеет смысл быстрее будет найти человека другого. Вот. Ну, так вот, по крайней мере, мне кажется. Понимаете? Потому что либо проработать отношения с вот вашим бывшим молодым человеком, с которым вы сейчас хотите в отношения вступить, проработать, чтобы, ну, не попасться, условно говоря, на удочку, да. Вот. Ага. Чтобы не обжечь, может быть. Вот. Ну, еще сильнее. Вот. Вот, в принципе, то, что можно было бы вам сказать, то, что можно было бы вам ответить. Вот. В принципе, так, я полагаю. То есть нельзя больше, наверное, ничего здесь прокомментировать, потому что вы спрашиваете, можно ли? Можно. Вопрос в том, для чего, да, то есть каковы, ну, критерии, да, каковы риски, какова цена. Готовы ли вы заплатить эту цену? Потому что если не готовы, то лучше не стоит. Тогда. Условно говоря, если чувств нет, да, то они вряд ли появятся. Может появиться привычка только. Подумайте над тем, чтобы завершить свои отношения, если они, ну, не до конца завершились еще. Подумайте об этом, пожалуйста. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.